Всем привет, с вами Нильфгорн, игра Besiege. Продолжаем играть, и здесь надо разрушить вот это вот строение на хотя бы на 40%, я так понимаю. И, в принципе, первая сразу мысль появляется, это... Так, нет, вот немножечко опустить надо. Первая мысль, ну, лично у меня появилась, это сделать таран. Но я вот так сейчас смотрю, что таран здесь не слишком подойдет, но я все-таки сделаю таран, прям вот по-быстрому попытаюсь. По крайней мере, как мне это представляется, по крайней мере, вот так вот. Попробуем. Так. Здесь, к сожалению, вот такие вот придется штучки ставить, потому что по-другому-то никак, да? Ну ладно. В принципе, не страшно. Так, так. Вот здесь соединение только получится дурацкое. Так, это нормально. Остается все закрепить. Закрепить, закрепить, закрепить. Нет, вот здесь вот, наверное, все-таки убрать нужно, потому что с этой стороны я бы хотел кое-что другое сделать. Так, тогда закрепим вот здесь. Нет, вот так вот. Вот так. И вот так вот. Так, пока что пойдет. И дальше, в принципе, у нас есть, значит, два блока, да? Два блока, это мало, наверное. Точнее, это, ну да, это, скорее всего, мало. Потому что... Вот на нижнем блоке-то, наверное, крутиться не будет. Ну, вся фишка в том, что... Уже, наверное, вы поняли, да, как это все будет работать. Думаю. Так... Так, ну и, к примеру, вот так вот. Здесь остается лишь нам сделать натяжку, да? Где у нас вот... Давайте вот попробуем вот так вот сделать. Это буква L. Поставим все на колеса. Так. Буква L, значит. Поехали. Все, у меня сразу все сломалось. Все у меня сломалось, понятно, потому что все не закреплено. Я боюсь, что такая конструкция, конечно, она не выдержит то долго очень. Так. Здесь тоже. Здесь так вот. Давайте еще вот так вот закрепим. В идеале здесь бы еще такую башенку построить и на нее закрепить, чтобы это весь баланс держал. Так, еще раз держу. Ну вот, уже более-менее. Так. Так. Ну, по крайней мере, это не работает так, как я думал, будет работать. То есть я думал, эта пружина, она все-таки стягивает, но она как-то, видите, она не то, что не стягивает, она вообще ничего не хочет делать. Так, если мы едем, понятно, то и в данном случае, собственно говоря, весь момент не работает. Понятно, ладно, значит, нужно делать выше. Выше, выше, но выше это уже на самом деле проблематично, потому что тогда нужно и делать весь процесс как бы, ну, более таким... Более устойчивый, то есть все придется делать, потому что, как видели, даже если я вперед двигаюсь, то это все ходило просто ходуном. Так, здесь мы все давайте убираем. Это все убираем, 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 убираем. Ребят, если вы... А, да, ну, кстати, если вы хотите, чтобы это все происходило быстро, ну, к сожалению, не получится быстро. Я хочу именно попробовать все моменты, я хочу все... попробовать постройки, которые вот у меня приходят в голову, так сказать. Пройти уровни здесь нет проблемы. Пройти именно уровень, то есть какие-то новые открыть уровни, здесь вообще нету с этим проблем. Выполнить это все можно быстро и беспроблематично. Так что, ребят, кому не нравится, тот не смотрит. Кому нравится, тот смотрит. Давайте, вот такой высоты, наверное, хватит. Если, в принципе, можно бы еще повыше сделать, тогда... А давайте под максимум будем делать. Почему бы и нет, да? Так,
Вот такое вот, господи, устройство. Это уже, наверное, оно просто развалится из-за того, что конструкция неустойчива, мне так кажется. Нет, я не с той стороны, мне кажется, делал. Вот с этой лучше будет. Правильнее всего. Так. Так. Ну, пускай так будет. Так. 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 Ну все, это по крайней мере, ну, как-то более-менее устойчиво. То есть видно, что это все держится. Кстати, вот можно, в принципе, попробовать вот здесь вот еще вот соединить. Вот, я, кстати, смотрю, соединения сразу начали более лучше держаться, будем иметь в виду. Так, это понятно все, теперь нужно поперечные, так сказать, балки поставить, потому что... Но вот здесь вот, к сожалению, не получается, потому что... Блин, ну вот это плохое соединение, оно мне не нравится. Так... Так, так, мы просто скобами этими соединяем места крепления. Блин, вот так вот. Так, и здесь, значит, вот как раз-таки вот эти шестеренки, я не знаю, даже не шестеренки, они же, это как бы просто болтающиеся рычаги. И делаем, постараемся побольше, 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 побольше. Даже еще можно, наверное, пониже. Тем самым я, кстати, делаю... Давайте вот здесь вот сначала уберем. Сначала попробуем на двух. Тем самым я делаю... Ну, чем больше, тем ниже, тем больше вот этот радиус раскачки будет, мне так кажется. Посмотрим, в общем, что получится из этого. Может быть, вот так, вот так, вот так вот, к примеру, сделаем. И вот, ну так, пока что так сделаем. Так, здесь у нас все нужно соединить, Вот так вот, соединим, проверяем. Так, все сразу отвалилось, потому что вот здесь вот блок, собственно говоря, не держался. Все логично. С одной стороны, да, с другой стороны, почему бы ему не закрепить? Так, как вот это убрать? Так. Почему бы ему тоже не закрепиться просто вот таким же образом? Ну ладно. Это игра, это средневековье, где работают законы авиастроения. Вот, собственно говоря, и уже работает таран. То есть уже... Ух, бух, бух. Все, выглядит очень шикарно. Давайте доделаем рычаг. Еще один, то есть, ну, вот это подвижение. И единственное, что я хочу все-таки повторить вот этот момент. Так, немножко давайте сдвинем вперед. Я понимаю, что здесь можно выйти из-за грани, то есть вот этот квадрат грани убрать. Но мне не хочется убирать его, пускай он будет. Да, блин. Пускай он будет. Люблю, когда есть... Ну, как сказать, не то, что люблю, а когда есть правила, это как бы хорошо. Ну, мне так кажется. Так. И попробую я все-таки, попробую вот этот вот... Вот это, может быть, мало, конечно, места. Ну, давайте попробуем. Собственно. Нет, смысл... Смысл работает, конечно, но вот... Не так, как... Не так, как я думал. Во-первых, вот здесь вот нужно убрать вот так вот. И поставить здесь блок немножечко другой. Так. Так. Вот этот хвост, его подальше сделать, тогда бы было шикарно. Нет, конечно, вот не получается. Так бы... Ну, давайте попробуем выйти из-за рамок. Я просто все-таки хочу, чтобы вот именно вот эта раскачка. Хотя, с другой стороны... Давайте попробуем без вот этого рычага. И сейчас проблема в том, что, собственно говоря, мне же нужно как-то подъехать. Давайте сначала попробуем подъехать
таким вот способом просто ух, же скачали. Бабах. Бабах. Не получается. Понятно. Значит, в принципе, нужно как-то укрепляться. Убираем границы. Будем сейчас ставить какое-нибудь оружие. Давайте попробуем вот этот вот прибор поставить. То есть это не бомба, это именно как бы ударный вот этот момент. Попробуем им разбомбить, потому что я даже, честно говоря, и не представляю, можно ли чем-то как тараном работать. Бу. Бабах. Нет, смотрите, что-то и как-то не ломается, она не хочет ломаться. То есть таран не работает, что ли? Так, хорошо, сейчас еще изменим немножечко. Сделаем управляемое, ну, устройство все-таки. Так. Так. Колеса. Колеса. Так, все верно. Сейчас единственное, что мне надо, что когда я поворачиваю направо, что поворачиваю направо, эти колеса. Так. А. Вот эти колеса как раз таки, а здесь наоборот. Все понятно. Так. Сейчас, секундочку. Вроде бы вот так вот здесь получается. Вот так, здесь вот так. Так что ли? Да. А, нет. Вот здесь правильно было. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Так. Вот здесь тоже нужно так же. Вот так. Вот так. Так. Все. Вот теперь вроде бы, по крайней мере, машина управляется намного проще. Мне вот этот момент подсказали. Так. Еще, еще вот я вижу проблему с коп. То есть у меня вот здесь вот, по крайней мере, вот здесь вот момент такой, он ходит, и это вообще не круто, короче. Так, вот, все. Так, конкретный разворот. Я хочу подъехать вот к этой стене. Так, задний ход. И нужно дарахнуть, так сказать, на полный. Так. Что-то ее несет немножечко. Так. Как-то она стартует не очень правильно, мне кажется. Так, вот, блин, закручивает ее. Так. Бабах. 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 Нет, вообще ни в какую не хочет, честно говоря. Прям. Ух. Ух. Нет, смотрите, не хочет ломаться. Не знаю, по какой причине. Так, давайте. Давайте, во-первых, сохранимся. Сохранимся. Таран. Назовем так и, так и назовем. Таран. Таран. Сохранилось. Смотрим. Таран. Потому что у меня самолет не сохранился. Это все работает. И у меня есть два еще варианта. Копье. Давайте попробуем поставить копье, потому что, может быть, оно как-то срабатывает. Ну, а потом, знаете, единственное, я сейчас прицеплю бомбу просто к краю. Как? Вмажу, так сказать. Давайте попробуем. Прям такие вот. Ну, понятно. Копьишко просто об камень сломался, и все. У меня нету вариантов, как еще это. Ну, как еще-то ломать? Щит поставить? Но щит, это же не щит, а не, как сказать, не таран. Какое-то еще оружие в виде тарана я здесь не вижу. Спайк-бал. Зачем смысл тогда вот этой штуки? Не знаю, честно говоря, не представляю, как таран сделать именно так, чтобы он
бил тогда, то есть именно ломал. Может быть, у меня мощности не хватает. Нужно будет попробовать сделать машину такую, чисто без вот этой шатающейся, а просто с разгону, ну, врезаться в камень, так сказать. Что это, интересно, даст? Но, скорее всего, ничего не даст. Ну и давайте попробуем самым простейшим способом. Просто вот мы сейчас вот попробуем прицепить вот сюда вот бомбу, которая, по-моему, да, сразу упадет. Сразу упадет. Это значит, надо сделать... Сейчас, секундочку. Я попробую, я не знаю, сработает ли это. Нет, она не подсоединяется, честно говоря. Вроде бы должен быть какой-то блок. Если не ошибаюсь, вот этот, нет? Да, вот этот блок. Как раз таки он как бы насаживает на себя вот эти шипы. Ба-бах! Отлично! Не знаю, я умер, да? Угу. Не выполнил задание, собственно говоря, как бы разбил, да, но не выполнил. Странно. Хорошо. Этот же приборчик нам дает возможность отцеплять бомбы. Explosive, use explosive to destroy 40%. А, то есть исключительно взрыв нужно устроить и... А, вовнутрь, что ли, закинуть? Вот, что ли, как... Сейчас проверим, пожалуйста. Так, ой-ой-ой, я слишком колеса вывернул. Так. Так. Ща. Мы... Разворот, прямо, можно сказать, на месте. Так. Кнопка В, что ли? Эх, загорелся я. Я неправильно миссию выполняю, что ли? Потому что, если так сейчас подумать, то мне вот как будто бы сюда нужно закинуть бомбу. Но это достаточно легко сделать. Так как у меня прибор сохранен, мы сейчас вот это все убираем. Вот это все убираем. Не знаю, по поводу тарана, то есть сами видели, собственно говоря, что происходило. Так, давайте вот так, и еще вот так вот сделаем. Здесь скобу, здесь вот это вот цепляющее устройство, собственно говоря, и... Тут все просто, на самом деле, сейчас будет. Ну давай, ну ты должен цепляться. Нет. Не знаю, почему он не хочет цепляться, честно говоря, к нижней части, не понял я. Ну ладно, хорошо. Не хочешь к нижней части цепляться. Поставим так же тебя. Не знаю, почему, кстати, бомба не захотелось прицепляться снизу. Хотя вот же прицепляется снизу. В чем проблема, я не понял. Так. Так. Все, отлично. Сейчас нормально. Странно, в общем, очень. Почему не подсоединялся? Я просто сейчас попытаюсь туда бомбу закинуть. Так. Прям такой кранчик получился. Так, единственное, что надо аккуратненько, в том плане, что я смотрю, она прям как будто бы по краешку-то. Я, конечно. Скорее всего, сожгу свой аппарат. Вот, ровненьким образом. Ой. А что она не взорвалась-то? Вот зараза, а. Так. Блин. Проблема. Блин. Или... Так. Не знал, что будет проблема с именно прохождением этой миссии. Ну, блин. Просто бомба вон упала, да и все. Притом именно как бы взрыв не...
Так. Честно говоря, я прям затрудняюсь. То есть у меня эксплозив, это же взрыв, да. То есть использовать взрыв, чтобы... This is only block and destroy brick. Так, все, ну... Так. Варианты, конечно... Сейчас, секундочку, я прям... Я не знаю, то есть если туда... Если я даже туда закину... как бы бомбу, да, то... Так, есть еще один вариант. Сейчас, секундочку. Ну, давайте вот этот блок сделаем. Почему под низ-то он не хочет цепляться-то? Так. Так. Так, держится. Отлично. Так, это не то. Я не то установил. Странно, здесь главное падает, взрывается, там упала, не взорвалась. Почему так произошло, я не знаю, но тут какой-то был блок установлен. Так, переигрываем, в общем. Может быть, я что-то неправильно сделал или установил как неправильно, потому что там бомба с каким-то блоком была. Так, еще раз. Прям кран какой-то получился. Хотя, ну, сами видели, что таран вроде бы получился, то есть система тарана как бы она работала, но... по какой-то причине не ломало, так? Так, задание выполнено. Просто, можно сказать, идеально. Я взорвал взрывом. Единственное, может быть, надо прям отсюда закинуть, так сказать. Странно, очень странно. Может быть, нельзя... Но тоже вот взрыв. Пожалуйста. 40% крепости это я точно разрушил. Use explosive to destroy 40%. Завязать взрывчатку, чтобы взорвать 40%. Так. Может, при этом не нужно сгорать, конечно. Скорее всего. Есть еще один вариант. Последний. Такой, так сказать, очень... очень простой, я бы даже сказал. Так. Сейчас все будет в порядке, ребят. Мы сейчас все сделаем с вами. Так. Если здесь не нужно сгорать, то я попытаюсь просто выжить. Таким образом... Так, отцепилась. Почему-то отцепилась. Почему отцепилась? Вот до этого же держалась. Ну, блин, я не понимаю, конечно, этой системы. То есть вот так вот держится. Так не держится. Может быть, его развернуть надо как-то? Блин, а чё, почему мутно-то, господи? Вот. Блин. Я не понимаю, почему до этого держалось же. Ну, все нормально было. Ах, господи. Так, ладно, хорошо. Сейчас все будет в порядке. Делаем вот здесь вот этот цепляющийся блок. И цепляем к нему, собственно говоря. А, он же так просто не хочет цепляться. Господи. Как-то очень странно здесь система сделана. Вот эта прицепа. Так. И ставим блок вот этот вот. Так. Так. Отлично. Все сейчас нормально будет. Так, а пистол у нас как отцепляется? Я не помню, честно говоря. Так, аккуратненько. Ювелирненько. А, я загорелся, блин. Надо... Так, сейчас. Надо будет сразу отъезжать просто назад. Так.
Да блин. Ну взрывайся. Опять что-то, что-то пошло не так. Сейчас нормально все будет. Без паники. Просто скорее всего. Ну чего ты, господи. Я не знаю, ребят, уже что делать. Так, ну можно еще пистон пистоном отцепить, попробовать, так. Просто подальше, раз она у нас подальше. Так. Ой-ой-ой, колеса. Почти все развалились. Тихо, спокойно. Все равно я горю. Нет, ребят, странно очень. Я даже, в принципе, выполняю уже взрывом. Может быть, я что-то недопонял. Может быть, я как-то неправильно это понимаю. То есть, J, V, пошла бомба, все. Ой-ой-ой, уйди. Все, я выжил. Все взорвано. Но задание не прошлось. Может быть, конечно, как-то нужно... То есть именно исключительно намек на то, что исключительно надо катапультой, либо исключительно каким-нибудь летающим аппаратом, который просто, ну, потом скинет туда бомбу. У меня нету вариантов, честно. У меня просто нету вариантов. Вот Flaming Ball, он же, ну, просто, насколько я знаю, он же просто, так сказать, огненный шар для убийства людей. То есть, видите, просто он огненный, он не, как сказать, дымка цепили, он не, ну как сказать, он не взрывается или что-то, он просто горит. Камню он бесполезен. Пушку делать, ну а чё пушка? Пушка это пушка, она не, ой, пушка она не взрывается же. Мы уже проверяли вроде бы. Так, я даже не помню. Она от инерции оторвалась. Круто. То есть, блин, честно, я не представляю, как еще разрушить вот эту каменную структуру. И, собственно говоря, написано, что взрывом нужно делать. Ну что ж, подписывайтесь на канал, советуйте, что же здесь надо делать или как вы прошли эту миссию. Я до этого уже сказал, что миссии тут легко пройти, ля-ля-ля, но оказалось, что нет. У меня есть единственный вариант, что закинуть туда бомбу, то есть построить именно катапульту. Я попытаюсь это сделать за кадром, и если у меня получится пройти именно таким способом, я обязательно запишу и в следующей серии выложу. Ну, либо воспользуюсь каким-то вашим шансом, ну, либо просто переключусь на следующую миссию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все варианты я перепробовал, в принципе, если так подумать, я даже, в принципе, закидывал туда бомбу просто, ну, как бы не катапультой, а вот таким вот способом. Ставьте лайки, подписывайтесь, всем всего хорошего, пока. Сразу я такой собрал прототип, и буквально вот давайте. Вот катапульта работает, то есть, в принципе, я закидываю, в принципе, я взрываю, но миссия почему-то не проходится. Не знаю, и забавные еще моменты. Еще. То есть, понятно, она более, ну, как бы, примитивная, но, в принципе, это работает. Кто досмотрел до конца, ставьте лайк, и тому респект огромнейший. Просто вот все, кто досмотрел до конца и до этого момента, кто думал, что конец, и прям вот, молодцы. То есть, с катапультой тоже не работает. Я обещал в этой серии показать катапульту, я ее показал. Всем всего хорошего, пока.